Я бы эпиграфом к этой песне взял стихотворение Хлебникова. «Сегодня снова я пойду туда, на торг, на жизнь, на рынок, и войско песен поведу с прибоем рынка в поединок». Теперь толкуют о деньгах в любых заброшенных снегах, в портах, в постелях, в поездах, под каждым мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, который словом жить умел, что начиналось с буквы «Л», заканчиваясь мягким знаком. Уж кучий взгляд из-под бровей, листание сборников кровей, что было содержанием дней, то стало приложением вроде. Вот новоявленный Моцарт сродни менялам и купцам, забыв про двор, где ждут сердца, к двору монетному подходит. Все на продажу понеслось, и что продать, увы, нашлось. В цене все то, что удалось, и спрос не сходит на интриги. Явились всюду чудеса, рубли раздув, как паруса, и рыцарские голоса, смехоподобны, как вериги. Моя надежда на того, кто, не присвоив ничего, свое святое естество сберег в дворцах или в бараках, то посреди обычных дел за словом следовать сумел, что начиналось с буквы «Л», так начиналось.